Ассаламу алейкум, братья, мусульмане, мусульманина из Кавказа, чеченцы, индусы и другие. Поздравляю всех мусульманина за наступающий месяц, месяц Рамазан, праздником. Всем желаю всего хорошего. Я из Кыргызстана, Ошская область, город Узген, который во время войны 1944 года приехали к нам. Приехали и около 13 год жили в нашем городе Узгене. Здесь у кого-то остался деды, бабушка и родственники. Вот, например, вот это памятник. Одна из первых погибших памятников, наверное, это 1945 года. Мы постараемся, чтобы сохранить вот эти остатки памятника, чтобы кто-то вдруг приедет из Кавказа, мы покажем это. Вот, например, это 44-го года, время идет, памятник некоторых уже теряется. Вот еще один. Bog'roqlar deb ham aytib qo'ying. Bog'roqlar. Nimani? Bog'lar, chiroyli. Primer, вот это тоже одно из памятники. Не знаю, как такого года, наверное. Вот уже. Али, сіз yozilgan ekan. Это, по-моему, не до остаться. Одна из памятников. Желательно, чтобы сохранить этот могильный кладбище, чтобы все на своем месте было. Вот, например, это трудные времена было, этот некоторые простой речные камни написано, вот уже исчезается. Вот мы стараемся, чтобы все было хорошо, на место было. Кто-то когда-то придет, пусть посмотрит, в какие состояния этот кладбище. Вот еще одна из хорошо сохранившихся памятник. Вот написано «Ла иляха илля». Мы желательно постараемся, чтобы сохранить этот памятник на оставшихся наших. Вот, например, этот называется этот место Нижнем Узгене. Вот здесь, например, есть до сих пор чеченские улицы, чеченские деревни называли раньше. До сих пор тоже есть. Вот среди них одного это дома, один, я сколько я знаю, женщина умер позапрошлом году. До сих пор древняя улица чеченцы до сих пор есть. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا
وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا لا تجعلنا في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. Этот аят Корана посвящается братьям мусульманам, братьям и сестрам, оставшимся на нашем земле, лежавшим в этих местах. Пусть эти грехи Аллах простит, благословляет и приветствует их. Аллаху акбар. Кто хочет приехать в нашем земле, живших это время их это дедушки, бабушки, родственники, этот памятник, этот могильник хочет этот посвящать, пускай приезжает, и мы будем рады встречать. Мы же братья мусульмане, сестры, мы рады будем вас встречать.